что Чалов? Ну, ему тоже, я думаю, пожелает. Так, интересно, сейчас все меняется. Сергей, ты же видишь там эти диалоги Кучеренко? Ну вот не очень понятно, да, позиция-то Головина, это скорее уже позиция свободного художника, как известно, а Чалов, получается, что неподалеку от Вернблума поначалу располагается. Все-таки, да, Вернблум как центральный нападающий нужен для какого-то вот давления на защитников, о чем Гончаренко неоднократно...